Вот и осень. Георгины выкопаны. Теперь их нужно поместить на хранение. Если вы помните, мы делали пленочку, ролик, где посадили семена георгин, рассаду распикировали и потом высадили на клумбы. Выросли георгины, сделали слайд-шоу, где у нас они цветут, самые разнообразные. Ну, а это уже то, что осенью собрали корешочки. Вот это корни, которые выросли из картошечки, вот, клубенечки, из семян. Это георгины семян. Вот они такие вот повырастали. Не очень большие, это первый год. Сами по себе, конечно, еще они маленькие, вот. Год-другой, и они уже примут другие формы. Конечно, их не сравнишь с теми клубнями, которые растут у нас уже второй год. Посмотрите, вот он, второй год, такой вот большой, крупные клубни, вот такие. Тут видно, что уже не первый год и вполне серьезно разрастается. Вот. Ну, а то, что мы посадили из семян, у нас новые будут совершенно сорта. И на следующий год будут прекрасные клумбы с георгинами. Георгины, цветок. Как на 1 сентября без георгинов, ребятишка? Нет, надо обязательно. Это уж традиция у нас такая. Ну, теперь я их очищу от земли. Вот. Нужно будет везде убрать, что они подсохли маленько. Конечно, сейчас не лето, сохнет медленно. Вот, я их сложу в мешки обыкновенные, вот, к которым мы с вами привыкли теперь, о которых сахар продается, мука, вот они маленькие мешочки такие, я туда их разложу и все сложу в подполье на хранение. Ну, конечно, и те, кто живет в городе, у тех проблемы. Ну, а те, кто живет в сельской местности, проблем по хранению нету. А ну, клубней достаточно много георгинов, вот выросли у нас. И все мы их сейчас запакуем, сложим и положим на хранение. Будем ждать весны. Ну вот, мешки уже готовы. В эти мешки я упаковал все наши георгины, которые мы с вами рассматривали. Вот они теперь будут зимовать в таком виде. Вот там внутри в мешке лежит. И вот еще мешочек тоже. Здесь тоже георгины, здесь поменьше корешочки тоже. Ну, из-под сахара мешки вот обыкновенные беру. Или побольше, вот они там из-под муки есть. А так старые мешки тоже где поновее. И теперь они будут до весны лежать. Весной мы с вами вместе их извлечем и посмотрим, как они у нас в каком будут виде. И поместим их в клумбы. Приготовлю клумбы. Все посадим. И посмотрим, какие есть красавцы. Ну вот все. Теперь уж точно все. Всего вам доброго. Ну, так вот. До свидания.